фиксиборд. Ты, наверное, уже видел фиксиборд в действии. Это наше многофункциональное средство передвижения. На нем фиксики при необходимости могут летать на большие расстояния. Например, когда нужно найти недостающие запасные части. В этой игре тебе нужно будет помочь Нолику собрать необходимые для ремонта детальки. А вот и Нолик. Привет! Готов отправиться в полет на фиксиборде, чтобы принести мне несколько деталей для ремонта радиоприемника. Ух ты! Самостоятельно и на фиксиборде? Вот здорово! Ну, я полетел! Нолик, не торопись! Ты же еще не дослушал задание до конца. Для ремонта нужно раздобыть один конденсатор, одну батарейку, один болт и одну гайку. Да, и самое главное, нужен один помогатор. Управлять фиксибордом совсем не сложно. Используя стрелки управления, собери все предметы, аккуратно облетая препятствия, которые встретятся по дороге. Посмотри, как это обычно делаю я. Летим вверх и забираем батарейку. Вниз, и вот он, помогатор. Дальше снова вверх и подбираем конденсатор. Осторожно, книжная полка. А под ней гайка и болт. Ты-дыщ! А теперь, Нолик, бери мой фиксиборд и приступай к заданию. Все понятно? Или надо повторить еще раз? У тебя все получится, смелее! И начали! Если ты уже не раз летал на фиксиборде и успешно выполнял все задания, то можешь отключить автоматическое управление скоростью. А если только учишься управлять фиксибордом, лучше оставить его включенным. Выбирай! Холодильник начал издавать какие-то новые звуки. Так, надо подумать, что нам нужно для устранения неполадок. Нолик, вот список деталей, которые я сразу захвачу с собой для ремонта. Помогатор, два болта, две гайки, три батарейки, два конденсатора. Надо найти вот эти предметы, чтобы я мог начать работу. Действуй, а я пока подготовлю все остальное. Вперед, на задание! Молодец, Нолик! Ты отлично справился с заданием. DVD-проигрыватель периодически заедает. Так, надо подумать, что нам нужно для устранения неполадок. Нолик, посмотри, что еще мне может понадобиться для ремонта. Помогатор, три болта, четыре гайки, четыре батарейки, три конденсатора. Надо найти вот эти предметы, чтобы я мог начать работу. Действуй, а я пока подготовлю все остальное. Бери фиксиборд и вперед! Thank you.
молодец! Ты отлично справился с заданием. Микроволновка стала медленнее разогревать еду. Так, надо подумать, что нам нужно для устранения неполадок. Нолик, посмотри, что еще мне может понадобиться для ремонта. Помогатор, 6 болтов, 5 гаек, 5 батареек, 6 конденсаторов. Надо найти вот эти предметы, чтобы я мог начать работу. Действуй, а я пока подготовлю все остальное. Бери фиксиборд и вперед! Осторожно! Молодец, Нолик! Ты хорошо справился с заданием. Мы с тобой отличная команда. Ты быстро находишь все необходимые запасные части, а я чиню неисправные приборы. Приходи еще, у нас всегда есть новые задания. Хочешь сыграть еще раз? Или выйти из игры? Выйти из игры. Сыграть еще раз. Сыграть еще раз. Сыграть еще раз.